хорошо гулять весной, особенно когда тепло и сухо. Можно на велосипеде покататься, на самокате. Хорошо в мае гулять. В марте еще холодно, а в апреле сначала холодно, а потом становится теплее и теплее. Но однажды был один жаркий апрельский денек. Да, лето пришло в апреле. Я помню, мы с мамой собирались на прогулку. Я стала одеваться. Мама подошла ко мне и сказала: «Люся, зачем ты так тепло одеваешься?» «Так там еще холодно, мама!» «Сегодня будет жарко!» «Жарко?» «Да, сегодня обещали солнечную и жаркую погоду!» «А разве сейчас не апрель?» «Апрель!» Я переоделась в более легкую одежду, и вскоре мы с мамой вышли на улицу. Действительно, на улице было тепло. Я удивилась. Ого! На улице очень тепло. Мама, а почему так тепло? Не знаю, Люся. Такое бывает крайне редко в апреле. Редко? Значит, в это время обычно не так тепло, как сейчас. Да, верно. Мы с мамой отправились в парк. Солнышко ярко-ярко светило. Было очень тепло. А ведь еще вчера было холодно. Вдруг я увидела снежные сугробы, которые еще не успели растаять. О, мама, смотри! Сугробы! Они еще остались! Хотя весна сейчас! Да, долгое время было холодно, и только сейчас стало тепло. Поэтому сугробы не успели растаять. Особенно в тени. Посмотри! Да! Ты права! Так хочется увидеть листочки на деревьях! Без них грустно! Скоро они появятся, Люся! Скорее бы! Как хочется увидеть листочки! Люблю деревья! Да! А потом мы с мамой отправились к большому пруду! Вы не поверите, но я увидела на воде льдинки! Да! Они еще были! Ничего себе! Мама, ты посмотри, лед! Да, я вижу, доченька. Он медленно тает? Все сразу растаять не может. Вне городов снег тает медленно. Он может лежать вплоть до мая. Так же и со льдом. Только в мае снег исчезает вместе со льдом. Но даже в городах снег и лед может долго лежать, если сохраняется холодная погода. Интересно. Мама, ты раньше видела что-то подобное? Нет, я не видела. Я тоже. О, зеленая травка стала появляться. Здорово! Значит, скоро листва будет, да? Конечно. Будут зеленые деревья, будет много листочков. Весна!